У населения губернии поинтересуются, как им живется. В Иваново-Стаде с 1 октября стартует наблюдение условий жизни населения. Более 500 жителей региона примут участие в анкетировании. Сейчас сотрудники Государственной службы статистики активно готовятся к предстоящей работе, проводят инструктаж и анализируют вопросы. Все данные будут конфиденциальными. Результаты по качеству жизни населения Ивановской области, по словам специалистов, используют при разработке мер социальной политики, а также для мониторинга реализации государственных программ. Такие наблюдения по всей России проводят раз в 2 года. Полностью завершить обработку результатов и опубликовать итоги исследований планируют к началу лета будущего года. Вопросы касаются самых насущных проблем: здравоохранение, медицина, значит, условия проживания в населенном пункте или том районе, где они проживают, качество жилья, доступность образования.